Руководитель Всеукраинского объединения «Новая эпоха» Дмитрий Швец уделяет особое внимание всестороннему развитию подрастающего поколения. Чтобы лучше изучить потребности школьников Запорожской области, он посетил Михайловский и Веселовский районы, где пообщался с коллективами учебных заведений и школьниками. Кроме этого, общественный деятель внес свою лепту в улучшение учебного процесса. Он подарил школьникам мячи и другой полезный инвентарь для занятий спортом. Педагоги по достоинству оценили такое внимание. Мне понравилось то, что если проблемы детей волнуют взрослых людей, то это действительно очень ценно. Это очень нужный подарок, это очень важный подарок. Ну, я не скажу, чтоб часто, но иногда периодически фермеры или спонсоры какие-то оказывают нас помощь. Другой помощи по другой линии мы в последнее время не получаем. Поэтому спортивный инвентарь нужен ежедневно для того, чтобы детки развивались. Вручение мячи Дмитром Васильевичем допоможет учням добре володіти игровыми видами спорту. Ну и, конечно, то, что сегодня подарили, это большое подспорье в том плане, что дети любят играть с мячом. Причем, знаете, когда 5 мячей на класс – это одно, а когда их и 10, и каждый с мячом – это очень здорово. Мы получили мячи, причем в том количестве, ну, о котором даже не могли, если честно, и мечтать. Во время своего визита Дмитрий Швец подчеркнул, что он готов и дальше помогать учебным заведениям региона. Мы, может быть, что-то не угадали, или, может быть, что-то не привезли в этот раз, не знали. Привезем обязательно в следующий раз. В свою очередь дети заверили, что спортивный инвентарь пришелся им по душе. Для игр пригодятся, потому что уже мячи износились и нужны новые. Нравятся нам мячи, будем с ними играть. Находясь на территории районов, Дмитрий Швец также обратил внимание на деятельность школьных заведений. Так, о проблемах детского сада «Березка» села Веселого рассказала его заведующая Валентина Панкратова. Педагог перечислила ряд проблем. Это и отсутствие хорошего холодильника, и необходимость утепления детского сада. В ответ Дмитрий Швец уверил, что в первую очередь поможет с приобретением холодильника, а постепенно посодействует в решении и других важных вопросов в работе дошкольного учреждения.